будет исполнен. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих пробных кристаллах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет гравитости коснется его. Поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земли, Леди. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал в часовне последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фолкинг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Словить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить мне. Это дисконнект? Нет. I
потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Для нашего господина нет ничего невозможного. Блять, я думал, это у меня интернет лагает, а вы что, реально молчите? Да, я тоже сижу в шоке. Я думал, кто-то там шутки будет травить. Угораем. Турбо 2.5 этого ДПС 2.5 тысячи выдает самим жезлом, блядь.
Может кто сервер сменить в Дискорде? Кого? Чего сменить? Сервак в Дискорде. Ну, на Европу поставить или Рашку, что там стоит. Не знаю, я вообще не шарю, как это делать. А, ну похоже, все выровнялось. А что тут делать надо на этом боте сейчас будет? Это кто спрашивает? А какая разница? Для каждого своя роль. Приз. Ничего? Да нет, для тебя нет. Фрэш бить. Так он в хиле, по-моему. Поглощение, поглощение, поглощение паладином. Просто ва. А чё, милики МДД не убьют этого? Да нет, всем похуй. Алло, милики, стоит нахуй моб. Может быть, его стоит убить? А у нас милика только один вар, да? А, тогда понятно. Нет, да это вайп, наверное. Хотя. Ну, встану. Не ложимся. А мы не убьем тут, нахуй. У нас всего один милик насыпать, кому.
множество. Дайте каску по локу. В эти священные покои. Это место станет вашей могилой. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Помощники, 5 секунд. Помощники, 5 секунд. Thank you.
Что второй танк у нас? Там что за квест висит, или это в начале? Это в начале, похоже. А где танки? Квест берут. Ёбаный флаг в рот, мне, блядь, флаг пиздит. Бегаю фастом, я как возьму. А что там за квест? Там великана, короче, убить, и там сумка падает. Мы его выполнять будем или нет? Да, может, не знаю. Так если да, пошли тогда возьмем.
Как вы его взяли? Вас мобы не захуярили? Он, по идее, должен быть на первом этаже браться. Берется там возле леди или возле самого начала. Там по левой стороне будет. Да, вот это я и тупанул, конечно. Привет, у меня вылетело, походу, меня уже кикнули и завинили, да? Нет. По-моему, еще... никого не кикали. Нет, нет, ты еще там офнутая висишь. Я тоже хуй знает, у меня второй день, блядь, какие-то проблемы с этим Сирус. У меня что-то комф вылетел. Мне кажется, суки, они рабочий стол скачивают, походу. Чё там упало? Стол. Багруха. Вот это на РДД, по-моему, запястье и кисти рук. Запястье с духом. Пиздец, блядь, велика сложнее босс.
Сейчас, погодите секунду, бегу. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Вы видите, что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу! Не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Ты скоро поймешь! Кота! Сержанты! Ой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом! Заклинателя сюда! Пусть заткнет эти пушки! Огонь!
хочу! Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно во имя короля Лича? Ада в фире? Нет. Блять, думал, там уже босс лежит. Навожу так, и, блядь, еще даже половины нет. Потому что с метками танчика. Кто? На тебя руна крови, и ты танчишь. Танчит твой, ты же в курсе. Смотри, метка вот на войду. Вот сейчас ты забрал перетин, ты все протанчишь.
помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Чувствую, как король Лич наблюдает за нами. Сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть.